Кристаллизованного флабера к обычному крему для рук. Тщательно размешиваем. Мне нужен сферический предмет для теста. Идеально. Теперь часть вторая. Нанесем слой флабера на поверхность меча для рук. Хорошо. Прекрасно. Распорядим равномерно. Кинетический тест номер один. Тонкий слой флабера нанесен на поверхность шара. Хорошо? Хорошо. Отлично. Моя голова. Мяч двигался сам. Как он это сделал? Я не знаю. Приступаем к тесту номер два. Регулирование движения по горизонтали. Ну, начали. Это найдет применение в области спорта. Блеск. Черт. Что? Жидкий флабер. Теперь берем пульверизатор. Засорен. Угу. Насмотрелся? Вполне. Когда шар придет в движение, рванем к машине. Минутку. Так пойдет.